Кристаллы. Их надо поместить в мегаскоп. Двух кристаллов не хватает. Что ж, осталось выбрать вход. Июля. Год 1102. Сегодня я начинаю величайший проект всей моей жизни, который важнее любого другого, поскольку касается лично меня и моего сына. 15 лет назад на меня напало чудовище, и жизнь мою спас ведьмак. Тогда я не догадывался, что за спасение мне придется заплатить судьбою собственного сына. Если бы я мог повернуть время вспять, я бы умер, но не отдал бы сына ведьмакам. Но случилось то, что случилось. В день, когда Джерома забрали, я поклялся честью, что верну сына. Сегодня, после многих лет изысканий и подготовки, я создал машину, с помощью которой смогу изучать мутации. Если боги в милости своей меня не оставят, я придумаю, как обратить означенные мутации и вернуть Джерома к нормальной жизни. Значит, профессор не собирался усиливать мутации, он хотел от них избавиться. Интересно, у него получилось? И что это может дать мне? Наблюдение 30-е. Мутации начинают действовать не сразу. Но и с течением времени они не усугубляются. Чтобы мутация прогрессировала, следует неустанно добавлять соответствующие мутагены. Объект переносит это не лучшим образом. Но я смог сделать мутации менее инвазивными. Для этого к базе мутагена я добавляю белок мутировавших яиц скалопендроморфов. В стеклянном террариуме, кстати, их рост прекращается. Эти яйца сами по себе примечательные. После мутации от них начало исходить восхитительное сияние. Надеюсь, использование этих белков не вызовет серьезных побочных эффектов. Время покажет. Годы экспериментов, исследований, жертв. И все впустую. Я не достиг искомой цели. Все мутации, которым я подвергал объекты, были неэффективны в отношении Джерома. То, что должно было излечить его от ведьмачества, вернуть его к нормальной жизни, лишь усугубляло мутации, увеличивало его скорость и силу, делала его еще более не человеком. Мой сын навсегда останется ведьмаком. Я потерпел поражение. Пора оставить это место и вернуться домой. К Лидии. Вдруг она все-таки примет меня. Рецепты и мутагены я оставляю здесь. Пускай они рассыпятся в прах. Как мои мечты о возвращении сына. Значит, профессор хотел обратить мутации вспять, а вместо этого только усиливал их. Тем лучше для меня.
Судя по записям, профессор пытался отменить действия ведьмачьих мутаций, но в результате лишь усилил их. Мутагенную базу он делал из яиц гигантских скалопендроморфов. Значит, надо поискать яйца. Надо думать, этот человек был здесь не по своей воле. А так машина. Что с ней делать-то? Должно быть, здесь Моро держал своего сына. Печально. Что ж, осталось выбрать вход. Наблюдение 22. Несмотря на введение избыточной дозы токсичных субстанций, объект не проявляет никаких симптомов передозировки. Полагаю, это также результат мутаций. Итак, малый успех. Благодаря этой мутации Джером лучше переносит яды. Наблюдение 58. Порой неудача сама ведет к успеху. Я открыл метод преобразования одного типа мутагена в другой. Нужно лишь добавить некоторые ингредиенты. Это великий день для науки. Кроме того, после сегодняшней дозы мутагенов объект был на грани смерти. Однако затем он резко пришел в себя, а силы его восстановились. Разумеется, не в полной мере, но можно сказать, он вернулся к жизни. Трудно сказать, виновны ли в этом его мутации или это совпадение. Необходимо провести дальнейшие эксперименты. Годы. То, что... Рецепты ему... Хватит смотреть. Хорошая библиотека. По большей части книги о мутациях и генетике.
Прости, мне нужны твои яйца. Нет смысла надевать полный. Что с ней делать-то? Лучше бы снять броню и оставить оружие. Пора проверить, а на меня мутагены профессора будут действовать так же, как на его сына?
Надо уничтожить все это место, иначе архиспоры снова прорастут. Но! Что нам от этой работы? Горд на старости! Работать надо, пока еще видно. Каков же ребец? Бродяга! Да здравствует победитель турнира! Клянусь цаплей, дабы прославить вовеки имя госпожи моего сердца, обещаю выпотрошить этих бандитов еще до наступления июля. Вы очень отважны. Сохранять спокойствие! Безобразие не учинять! Thank you.
Погоди, плотва. Эй! Погоди, плотва. Я хожу по воде, прямо как... Как кто? Как водомерка. А ты что подумал? Неважно. Что, думал, ничем ты тебя в жизни не удивишь, а? Ошибочка. Здравствуй. Ты знаешь, почему это я вдруг начал ходить по воде? Ну, разумеется. Я живу в этой пустыне с незапамятных времен. И скажу тебе, что это особенное озеро. И в чем его особенность? Кроме того, что по нему можно ходить. На дне озера покоится магический меч, а я его хранитель. Лишь тот доберется до меча, кто стяжал 5 рыцарских добродетелей. С моими добродетелями рассчитывать не на что. Я знаю, кто ты. Ты человек чести, в чем убедились многие. Не будучи состоятельным, ты умеешь проявлять щедрость. О твоей доблести ходят легенды. Ты руководствуешься разумом, что свойственно мудрым. Если ты так жаждешь добыть меч, сперва убеди меня, что ты его достоин. На этих скалах высечены именования добродетелей. Доблесть, честь, мудрость, сочувствие и щедрость. Докажи, что оные добродетели тебе не чужды. В Тусенте множество несчастных, и они помогут тебе проявить твое рыцарское достоинство.
Зараза. Эти, сука, бочки здоровые! Отлынивают! Куда спешите? Наконец-то можно спокойно выпить. Ваше здоровье, ведьмак! Пить! Дайте пить! Тунеядцы, бездельники, лентяи или жебоки. Привет! Доброго здоровечка! Oh!
Мастер ведьмак, можно тебя на минуточку? В чем дело? У меня тут твои деньги, а также презент в благодарность за оказанное доверие. Этот меч зовут Инспектор. Он меня столько раз выручал. Благодарю. Будем считать, мы квиты. И вот еще что. Прошу прощения за вынужденную заминку. В тихом омуте черти водятся. Сердце не вмещает такой красоты. У меня того, это самый богатый ассортимент. Это у меня еще шумит после вчерашнего. Лучшая сталь во всем Туссенте. Ты глянь только. Покажи, что у тебя есть.
прощай. Нет, до свидания. Нужны новые поножи? Или, может, перчатки? Что скажете, рыцарь? А что там у тебя? Бывай. Жалко, я не мальчик. Здрасте вам, сударь-ведьмак. Ну вы ж тот самый ведьмак, верно? Которого княгиня призвала. И никак иначе. А ты, если я правильно понимаю, чего-то от меня хочешь? А, вы словно мысли мои читаете. Ну, тут вот такое дело. Эти пещеры в самый раз подошли бы для склада. Сухие, просторные. Только там поселилась какая-то тварь. Ох, ясновидец! Боги-свидетели, ясновидец! Так что, поможете нам? Я этим займусь. Разумеется, не бесплатно. Турнирный чемпион! Может, тебе в колоколах какую скидку дадут? А вечером прыг в колокола, а там меня уже ждут. А вечером прыг в колокола. А там...
а вечером прыг в колокола. А там меня уже что? На помощь! Помогите! Спасите! Что происходит? Чудовище! Чудовище в пещере! Мы убежали, а Гюго остался внутри. Гюго? Наш брат! Он остался там! Помоги нам, найди его! Мы тебя наградим! Так это вы дали объявление? Вы ищете охранника? Это мы, верно. И не без резона, как видно. Мы пару дней подождали, никто не объявился. Вот мы и решили сами рискнуть. Зря мы так. Надо было дождаться. А теперь неизвестно, что станет с бедным Гюго. А вы видели, что на вас напало? Куда там? Как только земля начала шевелиться, мы сразу к выходу помчались, а Гюго в другую сторону. Значит, чудовища полезли из земли. Ну, должно быть так. А в общем, я не знаю. Мы ведь не присматривались, мы ж бежали. Нахрена вы туда полезли? Мы заблудились. Да ну, в пещере заблудились. Пророк Лебеда! Ну не все ли тебе равно? Может, мы туда за шампиньонами пошли? Или просто побродить? Гюго остался внутри, его там сожрут сейчас, вот что важно. Ты спасешь его или нет? Каждая секунда на счету. Ладно, я поищу его. А вы двое ждите тут. Следы крови. Гюго может быть ранен.
Тепло и сыро. Кикиморы любят, когда попрохладнее. Наверное, поэтому они держатся подальше. Холера, горячо. Как бы не обжечься. Нужна какая-то защита. Может, квен попробовать? Ты Гюго? Меня прислали твои братья. Фу ты, сволочи, негодяи, ублюдки. Чё, сперва бросились на меня, а как не справились, то прислали разбойника, чтобы он закончил дело. Я вовсе не разбойник, я ведьмак. А твои братья прислали меня, чтобы я тебе помог. С чего бы это они вдруг передумали? Сперва хотели меня убить, а теперь помощь присылают. От таких благих намерений смердит за милю. Погоди, давай помедленней. Что произошло? Меня зовут Гюго Монар. Мой отец, Виктор Монар, был знаменитым производителем коньяка. Мы с братьями вечно ругались, кто из нас продолжит семейное дело. Вот отец и решил нас сдружить. Надеялся, если мы вместе поработаем, то и помиримся. Разобрал свой дистиллятор на части и три из них спрятал. И каждому сказал, где спрятана одна часть. Ну вот, когда мои братья узнали, что последняя, моя деталь, где-то здесь, то решили, что я им больше не нужен. И собрались вывести меня из игры. Мы начали ссориться, потом драться. На шум собрались чудовища. Братья сбежали. А я помчался вглубь пещеры. Значит, ты пришел за деталью от дистиллятора. Вот за этой? Да. Откуда она у тебя? Выловил из горячего источника. Твой отец умел прятать вещи. Прошу, вот твоя награда. Здесь немного, но обещаю. Когда я открою таверну, ты получишь персональную скидку. Ловлю на слове. А теперь пойдем. Твои братья наверняка беспокоятся. Погоди, видишь? Это мои братья. Привели с собой каких-то головорезов. Поджидают меня. Этого мы еще не знаем. Ты хочешь сказать, что они случайно оказались тут целой бандой, да еще и при оружии? Они хотят меня убить и забрать у меня последнюю деталь дистиллятора. Спаси меня. Пожалуйста, убей их, пока они меня не прикончили. Ты хочешь, чтобы я убил твоих братьев? Ну, их-то может и нет. Но тех головорезов наверняка. А братьев, я не знаю, может их просто обезвредить. Так что, будешь меня защищать?
Я не стану ни на кого бросаться с мечом из-за семейной ссоры и куска какого-то устройства. Подойдем сейчас к ним и все выясним. Надо с ними поговорить. А если они на меня набросятся? Ты защитишь меня? Только если они нападут первыми. Идем. Гюго, с тобой все в порядке? Мы беспокоились. Ну-ну, что-то я вам не верю. Послушай, когда ты остался там, до нас дошло, что все эти ссоры не имеют смысла. Если б с тобой что-то случилось, мы бы себе этого не простили. Люсьен прав. Надо закопать топор войны и работать вместе, как хотел отец. Если у вас добрые намерения, то кто все эти люди? Это охотники. У них лагерь неподалеку. Они подошли спросить, не нужна ли нам помощь. Вы долго не возвращались. И раз нас стало больше, мы собрались вас спасать. Я рад, что вы договорились. Но я бы хотел вернуться к своим делам. Разумеется. Вот твоя награда. Спасибо за помощь. Если вдруг окажешься рядом с нашей таверной, с Лисом Хитролисом, заходи на наш знаменитый коньяк. С удовольствием загляну. Бывайте. Бывайте.